На протяжении уже не одного десятилетия турнир по легкоатлетическим метаниям памяти заслуженного тренера СССР Евгения Шукевича открывает спортивный сезон Беларуси. Соревнования традиционно объединяют молодых спортсменов нашей страны. Кроме того, побороться за награды сюда приезжают юноши и девушки из других государств. Есть такое понятие, как тренд, и есть такое понятие, как драйв. Вот на сегодняшний день в стартовых протоколах у нас заявлено 326 спортсменов, которые представляют сильнейших спортсменов, в том числе и участников Олимпийских игр из Украины. Наши белорусы, практически национальная команда, сильнейшая сюда приехала, сильнейший состав приехал. Приехали молодые ребята из Молдовы, из Приднестровья, Тирасполь, где у них очень сильная школа по метанию копья. Турнир имеет солидную репутацию и большой стаж проведения. Здесь начинали свою карьеру многие именитые атлеты. Здесь продолжают появляться на свет новые звездочки отечественного спорта. В течение нескольких дней на площадках города отбирались лучшие метатели молота, диска, копья, а также асы в толкании ядра. Ребята показали высокий результат, среди которых есть даже рекорды. Результатом довольна. Шла очень долго. Пыталась, не получалось, ломалась. И вот наконец-то начала пробиваться. Стараться больше стало. Рекорды турнира, подсчет ведется каждый год. Ну вот, допустим, первый рекорд, который сегодня был установлен, рекорд в толкании ядра среди юношей 2002 года и моложе. Рекорд улучшен сразу на 1 метр 30 сантиметров, что это достаточно сложно. Но это соревнование метательские, это турнир по легкоатлетическим метаниям, то есть он объединяет ядро, копье, молот и диск. Все легкоатлетические метательские виды. За долгие годы проведения соревнования не только не потерялись в большом множестве спортивных мероприятий, а наоборот, еще больше утвердились и получили популярность далеко за пределами Беларуси. Турнир памяти Евгения Шукевича открывает перед молодыми спортсменами новые горизонты для покорения спортивных олимпов.